ты Аким, да? Да. Я тебя не видел, чтоб ты Акимом здесь что-то делал. Что-то вы напрасно говорите. Вас как зовут? Марал мне звать. Закарин фамилия. Так, ну, а в чем дело? Не нуки мне. Молодой человек. Молодой человек. А что ты наделал вот это? В смысле? О чем вы говорите? У тебя ни лопата, ни мешки, ничего не было. О чем вы говорите? Здесь столько у нас дам. Господин, разберемся. Конечно, разберемся. Это вот из-за таких блогеров, блин, елки-палки, недостоверная информация идет. Какой блогер? Я блогер, что ли? Я не знаю. Здесь. Который потом, блин, я здесь житель, я здесь житель. И, блин, недостоверную информацию. Какой недостоверную? А ты дамбу где ты делал? Покажи, дамбу где ты делал? Да спросите у людей. Я, ты где ты делал дамбу? Там же делал. Спросите у людей. Ты там где? Я здесь живу. Что? Ты делал дамбу там, где не надо. Вот твой дамба. Вот она дамба. Снимите. Вот это его дамба. Идите у людей, ёлки-палки. Вот это твой дамба. Мы раскопали, чтобы выходила вода. Приходят, ёлки, вот из-за таких, как вы, ёлки. Как? И потом люди везде по Казахстану, блин, что мы ничего не делаем. Я тебе говорю, судей. Не надо. Суд. На вы. Я тебе суд подам. На вы. Подавайте на суд. Я потом на вас подам за клевету, ёлки-палки. За какой клевету? Я вот тебе клевечу. Такую. Вот твой дамбу, я тебе клевечу, что ли, а? Смотрите. Вы нормально разговариваете. Смотрите. Смотрите. Я это клевечу, не дамба вообще. Смотрите, народ, вот его дамба. Это что, дамба? Это специально на телевидение засняли такие.